Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» открыл после капитального ремонта Акуловскую амбулаторию в Кубинке. Работы стартовали в марте этого года. В ходе ремонта были заменены окна, обустроены новые полы и перегородки, переложены инженерные коммуникации, проведена замена электрики, выполнен полный комплекс отделочных работ. Обновленное медицинское учреждение будет принимать до 160 пациентов в день. Амбулатория оснащена лучшим медицинским оборудованием. Мониторинг хода работ осуществлялся в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» и контроля исполнения программы наказов «Подмосковье. Территория перемен», сформированной на основании народной программы партии.